Бумага начинается с этого. Это лесная биржа. Сюда привозят круглый лес и щепу, и потом из них делают целлюлозу. Бумагу делают только из хвойных пород древесины. Новым годом пахнет. Нарезанные бревна подают по конвейеру. В барабане от бревен отделяется кора. Они распиливаются на щепу, и из нее будут делать целлюлозу. Варочный цех. Здесь древесная щепа вступает в химическую реакцию с щелоком. И в результате из этого, из варочного котла, получается целлюлоза. Вот она. Целлюлоза отжимается и размалывается на мельнице. Целлюлоза похожа на бумажку, которую вы постирали вместе со штанами. Горячая. Целлюлозу разбавляет водой и наливает тонким слоем на формующую сетку. Лишняя вода сливается и откачивается. Образуется бесконечный мокрый лист бумаги. Он все еще мокрый. Сушим его горячими волками печи. Готовую бумагу режут на рулон и отправляют на склад. Теперь из нее можно сделать пакет. Идем на штигерскую упаковку. Здесь делают мешки и пакеты. Это пакетная машина. К листу бумаги приклеиваются ручки, заворачиваются в трубку и проклеивается дно. Все делает автомат. Ну почти. Вот такие пакеты у нас получились из сосны. Этим елочкам 6 лет. Они посажены взамен вырубленного леса. И самое главное, их сажается намного больше, чем вырубается.